Деревня Семенча, которая находится недалеко от Пружан, упоминается с середины 17 века. Там находились имения дворянского рода Яголовских и дворянского рода Белоблодских. И те, и другие владели землями, согласно документальным данным, до начала 20 века. Сегодня это Семенча 1 и Семенча 2. На территории усадьбы стояли конюшни, коровники, хозяйственные постройки, действовали пивоварня и сыроварня. В советское время в здании бывшего пивоваренного завода жили люди, а позже, с возникновением колхоза, материал из усадебного дома и хозяйственных построек был взят на строительство. Сегодня от былого величия дворянского имения осталось лишь полуразрушенное здание бровара. Бровар – это традиционное сооружение по производству пива или водки. В Беларуси бровары строились с 16 века при замках, дворянских имениях, трактирах. Часто комплекс бровара, помимо основных построек, включал и дополнительные здания – солодовню с сушильней, кладовую. Бровар можно увидеть, проезжая по трассе Р-101 от Пружан в сторону Березы, возле деревни Семенча-2. Есть еще один бровар, сохранившийся на территории Пружанского района. Это бровар возле панской усадьбы в деревне Каштановка. Первоначальное название деревни – Фольварк Чахец, документальное упоминание о котором приходится на середину 16 века. Фольварк сменил нескольких владельцев, пока не перешел во владение рода Дьяконских. Он сам здесь мало жил, пан Дьяконский. В основном правила она, хозяйка, жена его. Когда в 1939 году сюда, будем говорить, пришла советская власть, вот, она уехала отсюда. Вот, и потом опять приезжала, в 43-м году, уже говорили. Но когда она уезжала первый раз, в 1939 году, она имела хорошие отношения, мой дед имел хорошие отношения с ней, такие дружеские. То она убежала к нам на хутор и прожила там 3 дня. Это мне мать рассказывала. После 3 дней за ней приехали и забрали ее. Кто забрал, я не в курсе. Многочисленные хозяйственные постройки, огромный парк с аллеями и художественным оформлением, сохранился, например, большой камень в виде кресла, богатая библиотека, при Дьяконских имение процветало. Сегодня усадебно-парковый комплекс в Каштановке – это историко-культурная ценность. Усадебный дом полуразрушен, но сохранились остатки портика, высокие колонны у бывшего главного входа, голубая плитка на террасе. В парке растут старые польские лиственницы, завезенные в начале 19 века. Неплохо выдержали борьбу со временем сторожка и бровар, которые составляют часть комплекса. А в памяти местных жителей еще хранятся истории из жизни бывших владельцев поместья. Интересный был случай моего деда, он мне рассказывал потом, в более позднее время. Вот, значит, пани Дьяконская хотела его забрать кусок леса, возле котелка, возле деревни. Деда лес был, сенокос был, земля была. Но она решила его кусок там забрать леса. Но он суд подал. Суд должен был состояться в Варшаве. В каком году, не знаю. Может, это было в 1935-1936 году. Ну, это польская власть была. Вот. Она туда уехала. Ее уже в это время был собственный автомобиль. А дед что-то поехал в Брест. И в то время, значит, не то на поезд опоздал, не то что, его там получилось. И он пешком пошел в Варшаву. Пошел пешком в Варшаву, выиграл суд, пришел обратно в Брест пешком с Варшавы, с
Сколько он дней шел, мне не рассказывал, но долго шел. А говорит, почему по дороге никто не подбирал? Говорит, тоже мне принято было как-то. Идет человек, так идет человек от деревни до деревни. И пришел. Вот, и выиграл суд. Вот такая интересная штука. Наша задача – восстановить и сохранить архитектурное наследие, по возможности возродив первоначальный облик. Нельзя допустить, чтобы уникальные памятники истории разрушились окончательно и исчезли во времени.